Как играется сектор газа демобилизация? Скорый поезд к дому мчится, прилечу домой, как птица, прилечу, как птица я. Жизнь начнется без авралов, сундуков и генералов, демобилизация. Жизнь начнется без авралов, сундуков и генералов, демобилизация. Я приеду к тебе вскоре, будет спать спокойно город, кленок и акация. Я прижмусь к тебе щекою, ты смахнешь слезу рукою, демобилизация. Я прижмусь к тебе щекою, ты смахнешь слезу рукою, демобилизация. И наполним мы бокалы самых модных ресторанов, и не боясь нотации, не боясь зато в награду получить пяток нарядов, демобилизация. Не боясь зато в награду получить пяток нарядов, демобилизация. И пройдемся под луною, рядом с будущей женою, каблучками цокая. Не боясь за эту шутку получить 15 суток, демобилизация. Не боясь за эту шутку получить 15 суток, демобилизация. Скорый поезд к дому мчится, прилетел домой как птица, прилетел как птица я. Значит, бой в ней самый простой. Второй бой, который мы с вами буквально на третьем уроке нашем изучали. Ну, тут играть в принципе нечего. Ее вот, если вы совсем новичок, кто и просил у меня разобрать, тогда вот три блатных аккорда, как говорится. АМ, скорый поезд к дому мчится, прилечу домой, как птица. Четыре боя. Вот это номер два, так сказать. Для тех, кто вновь присоединился или новичок, ссылка в описании, или вот здесь можно добро пожаловать в нашу школу, где мы с нуля все эти ритмы, бои, аккорды учим и до профессионального уровня. Потом идет такой аккорд А7. От аккорда АМ опускаем один палец на вторую струну. Этот можно убрать, но получается два пальца у нас на второй струне. Как бы обычно при переходном аккорде не убирают, просто спускают вот так. Сая, аккорд ДМ. Жизнь начнется без авралов, сундуков и генералов. АМ, демобилизация. Вот и все. Дальше там в одном месте идет модуляция. Играем аккорд АШМ, это для тех, кто уже барре может брать. По ритму то же самое, только аккорды такие АШМ. Потом мизинчик переносим на вторую струну ниже, то есть с третьей на вторую. Аккорд ЕМ. Опять АШМ. F, диез. И опять на АШМ. И при следующей модуляции мы переезжаем на четвертый лад. CM диез. Потом опять мизинчик вот так. Спускаем. Потом FM диез. Потом CM диез. G диез. И опять CM диез. Там, где мы модуляции делали. Ну, в принципе, тут объяснять вообще нечего больше. Если вы совсем новичок, лучше играть полностью все без барре, вот в одной тональности оставаться. Если уже можете брать барре, примерно вот так можно хотя бы модуляции. Больше в ней вообще играть нечего.
Пока.